Так, еще раз шевелить, Саша. Еще больше выкинул голубей. Не знаю, сколько здесь штук, наверное, под 70, если не больше. Вот такая красота. Около 70, наверное. Ну и сейчас еще спросим, сколько штук здесь. Очень большое количество. Ни одного бакинца здесь нету. Все узбеки. Ну, узбеки, ребятки. И опять же я говорю там, не обижайтесь, я так по-своему называю. Для меня узбеки. Для кого? Пусть они будут таджики, туркменами. Это дело ваше. Читайте, узнавайте, откуда пошли эти корни, откуда эти голуби, для себя просто знайте. В основном привезенные у Саши голуби. С ним общался с Узбекистана, поэтому, как все любят говорить, откуда привез, так и называют. А вот чайки, ребятки. Вот чайки, тоже красиво. Кстати, похоже, как летают голуби у Баукова Лехи. У Баукова Лехи вот так вот летают чайки, эти голуби, как чайки. Вот они соединились с голубями. Крутяк вообще. Класс. И поднялись так неплохо. Здесь еще понизу болтаются. Ох, там... Ух ты! Сокол, сокол, сокол. Какая-то сильная. Ух ты ж, блин, пошел за голубем. Ай, не вижу я. Ай-яй-яй. Сейчас обойду. Так. Саша выпускает чисто белых бакенов. Количество 21. 21 штука, да. Вот здесь коробочка. Сейчас ребята выпустят. Пошли. Вот они работают, уже работают на голубом небе. Ух. Что-то они как-то кидают. Боятся в провод что-то ударится. Линька, линька. Некоторые не идут. Нет, пошел. Пошел, бьет сильно. Линька не дает ему идти. Некоторые бить начали сильно. Выше, выше. Остальные, о, там их сдуло.
было ветерочком. Вот они идут, идут, красавцы. Солнце, конечно, солнце плохо фокусируется. Вот они, стайка. На ветер встали и идут потихоньку. Полет медленный, хороший. Он бьет красиво. Так, так, так. Красиво, красиво, чисто белая красота. Красота. Серьезно уже поднялись. Это по четырем разным линиям, Дим. Ага. Это все четыре разные. Там сапогатые, голоногие. Сапогатые, голоногие, да. И четыре разных линии. Ну, если не считать, что один там голубь бауковский где-то вверху. Бауковский тоже, да, здесь ну, есть? Да, да. Бауковский тоже там. Ну, по-честному... Лёшка, месяц, найди своего голубя. Не гонял месяц. Вот первый день за месяц, когда я выкинул птицу. Так. Первый день. Высота уже приличная. Вот, отдалю. Отлично стоят, красиво. Так, остальных поздувало ветром. Вот они двое идут. Так, так, так. Так, так, так. Так, 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 че я не найду их, что ли? Да? Нет, покинул, да? Покинул, да. А если их узбеков кидают, то они кружат, а разрасят. А вы, блядь, как ушли еще? Не стыдно, да? Да, не стыдно, я стороной его горячим. Вот они стоят красиво, как бабочки. Нет, я стороной отхожу, да, сейчас он не гоняет. Ох и красота, колпашут. Вот он, бакинский стиль полета. Если Мубарис смотрит, вот смотри, Мубарис. Сегодня праздник мусульман. Курбан-байрам. Так что, ребятки, братья мусульмане, всех поздравляю. Поздравляю вас всех с вашим праздником. Так, высоту сейчас отдалим, и больше я их не поймаю. Ой-ой-ой-ой, я их не поймаю. Хлопс, ну-ка попробуем. Вот два низко. Стоят на одном месте. Красота. Раз.
сыпались вообще класс. Но я пока сфокусируюсь на одного, еле нашел. Так, вот эти пониже стоят. Вот пониже хорошо снимать они. Класс. Так, сейчас пошли мраморные шейки, акбаши. Отдельно тоже решили сегодня по одиночке. Ну, покажу вот так вот. Так, мраморная шейка, акбаш. Мраморные шеечки молодые. Линяет. Ага, шейка. Пошли, еще 20, 21 голубь. Еще 21. Те белые ушли там. В россыпь все летят. В рассыпную. Те хорошо стоят там. Вообще красота. Чили вот пошли. Чили несколько штук есть. Ниже один приспустился, попробую поймать, запечатлить. И от него там тоже. Так. Вот, поймал. Вот два. И рядом тут еще есть. Вот сейчас за ним буду следить и будут вот так вот. Вот еще появляется. В общем, по разным ярусам. Красота. И эти поднимаются. А ну-ка на буренького. Буренький, вот этот я его помню, он хорошо показывал. Сейчас сфокусируемся на него. Вот он такой. Линяет, весь сыпется, но его, конечно, по большому счету лучше прикрыть, пока он не долиняет. У Саши, у каждого своя методика, Саша их гоняет. Кто пошел, пошел, кто сел, тот сел. Вот. Красавцы, все небо рассыпнули. Красота. О, вот здесь вот стайкой сбились. Здесь так стайкой идут. Здесь рассыпались. Может взять, класс. Еще узбеков шевельнуть сюда, в эту стаю. Да? Не, пускай оторвутся. Вот я бы ему и говорил, надо было сначала бакинов шевельнуть. А что, какая разница? Вот они нормально летят. Она сначала. Вон там три бакина белых стоят, вот сверху. Приподнялись. Да, так, а где стайка была, ходила здесь? Или они рассыпались? Они? Да нет, есть где-то, где темных там много, бля. Где-то стайка отдельно. Вот они, Дим. Вот они на солнце. А, блин, вот они, я их, солнце. Наверное, не смогу. Стайка, вот она. Ну, у нас тут, ну, вот они. Нашел. Эти стайкой и еще штук 20 в россыпь летает. Вот. Вот здесь россыпь. Красота. Это вот я. Тех, которые повыше. Как плавно летает, просто раскрывают крылья и все, и парят. Класс.
Вот они, буренькие два штуки. Так, так, так. Вот они, бурые. Бурых поймал я, короче. Бурые. Они ты поймал, они как не играют. Мубарис. Мубарис, которых показывал. Таких. Всю жизнь они там в баку держали. Не красные они, а бурые такие. А, тает, короче, красавцы. Вся стая подперла. Пацаны идут по дамам. Вот они, смотри, что делают. Смотри, смотри, как спускается, видишь? Что-то там есть, по-любому что-то есть. А, вот он, вот он, вот он, Сапсан. Вот он, скотина. Я же говорю, что-то есть, вот он. Вот он. Сапсан, вот это Сапсан. Я же говорил, что-то есть. Он как. А вон еще один. Смотри, вон он парит, еще один. Вот он идет, на нас идет прям. Видишь? Сейчас пикировать будет. Вот он, пикирует. А, вон. Вот, Сапсан, Сапсан, сейчас будет работать. Бля, не знаю, снимаю, нет его. На солнце ушел, знает. В сторону отошел, сейчас должен вернуться. Отошел в сторону. Байкины. Узбеки. Ну никого не взял вроде, да? Стоят. На одном месте практически стоят. Чип, чап, чип, да. Блядь, нет. Бурых. Thank you.
Маша красиво стоит. Начинает приспускаться. Один высоко остался, да? Солнышко. Хорошо. Красота. Присаживайтесь уже. Чего не говори, на голубом небе белая птица – это бомба. Посадка белых. Жух, и рассыпались. Чиль-чиль. Посадочка. Так, остался чиль и шейка. Вот он, чилек. Thank you.
И вот она шейка молодая. Посадка челя. Хорошо. Ах, тянет красиво.